началась сдача вооружения и боеприпасов карабахских сепаратистов. В исполнении договоренностей о прекращении боевых действий, достигнутых при посредничестве командования российского миротворческого контингента, под контролем российских военнослужащих началась сдача вооружения и боеприпасов незаконных боевиков на территории Азербайджана. Более того, в рамках договоренностей, достигнутых на встрече в Евлахе, они обязуются покинуть свои посты. На сегодня было сдано более 800 единиц стрелкового оружия, гранаты, минометы, ПТУР и ПЗРК, сообщает российский миротворческий контингент.